Так, народ, здорово, да, вот такой вот частично полный, блин, режим. Не понимаю я юмора, настройки тоже не могу найти, вообще никак. Они тут вообще есть, интересно. Если попробовать вот так, лучше так не пробовать. Это было жутко. В общем, да. Придется играть в таком вот стиле. Так, ну давай посмотрим, кого мы тут можем выбрать. Я заставку, конечно, потом прикреплю к видео, если, правда, не будет нарушений авторских прав. Мне больше по приколу Вольт. Давай посмотрим вообще, какого года эта игра для начала. 2012. Ай, да уж. I see the lotus has tried to... Я вижу лотос. Пытался пробудить. Жаль, что она опоздала. Теперь мой трофей. No. Нет. We are taking this one with us. Этого мы заберем с собой. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I'm surging your warframe's power systems. Я могу способности, не могу потерять еще одного. Quick, use your power. Defend yourself. Use your power now. Что нажать то ёпта? Ладно. А. Нажмите что? Т, Е, один. Господи, вот это да. И не приблизить, и не видно, что там написано. Почему один? An extraction ship is waiting for you, but the Grenier will be hunting you. Arm yourself. Не, ну графончик здесь хороший. Ну да, народ, игра 2012 года. Ну да, такие игры, такая графика была в 2012 году, вдруг резко неожиданно. Это нравится. А как я атаковать должен? Е? Это что за бредятина? А? Левым щелчком мыши я что должен, блин, делать? Блин, управление, конечно, я не знаю. У меня слов нет. Нет, я лучше возьму посох.
Я, конечно, извиняюсь, но Е нажимать для атаки. Серьезно? Ладно, управление, блин, переделаю. Ну, хотя давай посмотрим, что дальше тут будет. Ну, хотя бы это по стандарту, блин. А, так мы тут еще ресурсы можем добывать, это уже прикольнее. Народ, 2012 год, алло, тут кому непонятно. Смотри, тут мир открытый. Побегать можно. Да и мы вот начальную локацию немножко подисследуем посильнее. В воздухе прыгать это, конечно, прикольно, но я забыл, что мост там сломан, просто, если честно. Ой, можем еще не платить. Так, ну, движение персонажа меня удивляют. Так, дай-ка посмотрю, сколько она кушает. Ну, кушает она, кстати говоря, 22 ЦПУ. 56. Не, ну нормально, в пределах разумного. Правда, я нашел настройки наконец-таки. Так, хорошо. Во-первых, интерфейс. Во-вторых, блин, мне нужно видео дурацкое. Классический, улучшенный классический движок обеспечен. В окне. В окне без рамки, да. Пожалуйста, мне это надо. Так, собственный. Масштабированный. Пусть масштабированный будет. Ох, сейчас поиграемся. Игра-то у меня как там? Живая? Так, хорошо. Интерфейс, интерфейс. Внешний вид интерфейса. А чувствительность. Курсор, курсор. Метка питомца здесь тоже есть. Слушай, приятно играть, я сразу скажу. Настройка врагов. Ладно, с этим будем, с этой хренью потом будем разбираться. Так, геймплей. Приглашение. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Ага. Пинга для отрядов. А, вообще-то лучше ограничивать 250. Так, ты мне тут не показывай. Я вот 200 поставлю. Прекрасно знаю, что по арку и по расту, и по другим играм, блин, максимальный пинг это 200, ну да, 250, но не 300. Там уже начинается пипец какой-то. То он здесь, то он там, то он сям, то он уже мертв. Ну, либо я. Так. Видео у меня, кстати, стоят нормальные. Все автоматически можно делать. Яркость, контрастность, угол обзора. Так, угол обзора, вот что мне мешает. 75. Так, тряски экрана, пусть будет включен. Интенсивность эффектов, ну, супер сильная не нужна, потом, может, подделаю.
народ, это первый взгляд, напомню, первый взгляд. Надо мне писать, что ты там делаешь. Детали геометрии, качество частиц, частицы ГПУ, качество теней, качество текстур. Ну, качество текстур высокое. А теней. Так, во-первых, это надо 4 рабочих микс сделать по-любому. Так, прилинейное по умолчанию, сглаживание включено. А, детали симметрии. Лучше пусть будут на высоком. Частицы ГПУ и тени. Ну ладно, тени поставим на высокое. В принципе, сильно нагрузить не должно. Ориентировочно. Так. Ну и сколько ты у меня там жрешь? А, ну слушай, нормально, получается 64. Пока пороговый у меня 69. Давай дальше посмотрим. Говорю, пороговый народ, это нормально, у меня до 75, до 80. Не забывайте, программа видеозаписи тоже нехило жрет, блин, ХПУ. Так, все нормально пока что. Тоже появилось, мне сказала. Так, надо определиться к углу обзора новому. Так, вроде не лагает, все нормально идет. Ну вот. БС я явно здесь не вижу. Это мне не очень нравится, и она немного все-таки подфризивает, как ни крути. Да, тут скачки есть. Скачки, народ, есть. Это не вариант. Так, это значит, видео нам надо немного подкорректировать. Тени средние, частицы тоже. Средние тогда оставим. Эту 4 их оставим. Так, все, про фризы ушли. Ушли. Нагрузка максимальная. Смотреть пиковую вообще-то. Потом по ходу игры буду это все видоизменять, народ. Это был без вариантов. Уже получше стало. Вы счетчик FPS не видите, да? Жалко. Ну, пока стабильно полтинник. Так, я здесь вообще ничего не получаю. Здесь мне следовать, значит, в принципе, нечего. Ладно, погнали. Вот делать здесь реально нечего исследовать. Жалко. Только надо не забывать, что мост сломан. Так все хорошо. А. Это так себе для... Ну ладно, я понял. Так, лады. Освещением со всем остальным надо будет поработать. В принципе, пока более-менее нормально. Я потом посмотрю, как на записи это все отображается. На записи, народ, у вас лагов не должно быть. У меня снимается со скоростью максимальной 30 FPS, но когда игра начинает прыгать 60, блин, до 25 FPS, на видео это не отразится. Блин, на глазах они просто бывают вылетают через уши. Только 3-4 таких подряд скачка таких. Подруга, я даже не успел прочитать, что ты мне там написала, ладно. Будем определяться по ходу дела. Правда, руду здесь собирать опять. Давайте долбанем чем-нибудь потяжелее.
Вдруг что выпадет. Кирки нету, да? Отстой, конечно. Плавать мы умеем? Нет. Ладно, буду знать. То, что плавать-то мы не умеем, но неудивительно. Автоматического оружия нету. То есть еще общий есть. Ножами можешь кидаться. Такой себе. Радар где-нибудь есть, чтобы я мог понять, где тут враги. Пока я не определился, после некоторых игр довольно тяжело это сделать. Так, а вот эту хренотень мы... То, что он может пули отбивать некоторые, это мне даже нравится. Да вот, блин. В Ведьмаке был такой пассивный скилл. Его, правда, потом пофиксили. Потому что, блин, эта имба была еще там. По поводу Ведьмака хоть бери... Ой, слушай, девонька, вот я тебя вообще не успеваю читать, народ, вы уж простите, но в таких играх читать по ходу боя, блин, еще чуть и пишут, это... Не, ну мир видно открытый. То есть броди где хочешь, забредай, да хочешь. А вот, блин, это камушки нельзя добить. Но мы можем здесь пробежать. Покуп, кстати. А, так это деревья такие, ё, выпало. Я думал, какие-то каменные отложения. Так, мир довольно-таки большой, не коридорный. Хрена не вижу. Проверили глубину, глубина хорошая. Главное, что не утонули. Так, вот, не вижу никаких секретов. Ну ладно. Они, вероятно, есть, но просто я не знаю, где они. Так, столько много разрушенных построек, и вот ни хрена нигде нет, что, серьезно, что ли? Даже как-то странно. Ладно, пошли тут всех пинать. Когда побежала? Это не обычное животное, это был шпион. Так, я так полагаю, боссы здесь будут такие, что надо будет дальним оружием пользоваться, либо ближним. Это довольно любопытная приколька.
Ладно, когда нам дадут возможность побегать спокойно по миру, вот тогда побегаем. Походу здесь вообще ничего нет. Tenno flows like fire over the battle terrain. Do you remember how to dash up walls? Да, я помню, только с других игр прыгать. Чё-то у меня нарастает 131, какая-то еще. Я понял, что здесь надо прыгать. Можно и сюда. Блин, вообще фиг увидишь. Чё, тени вообще что ли отрубить желательно? Дай-ка я посмотрю. Тени, 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 тени. Не хотелось бы, но кажется, придется здесь тени отрубать, потому что... Пина тут не видно. Нет, здесь насчет теней. Она сделана по принципу Mass Effect'а. Ладно, средние поставим, в принципе. Куда мы тут вообще приперлись-то? Salvage team, why have you not reported in? Команда, где вы? И чё он там написал-то? Его собрали. Кто бы сомневался. Из до консоли. Убирать это как-то надо. Tenno, you need to go to the console to release the lockdown.
мне той хренью, которая висела, схватят, да? Добрался. The queen wants to destroy you, but I need to know more. Падает, что такое? Не, ну, кстати, посмотри, вот графику как обновили. Довольно, конечно, неплохо смотрится. Глаза временами режут. Я уже сегодня довольно много игр посмотрел, так что удивляться здесь не стоит. Это я залью попозже. Это очень странно, то есть мы пистолет, посох, молния, блин. Так, что мы еще тут можем себе выбрать? Пук, спасибо, нет, я не Робин Гуд. У меня вооружение выбора здесь уже как у дурного мыла. Патроны, может, не падают? Подбирает автоматически, если это надо. Здрасте. Ну, в этом потом разберемся. Развалившаяся планета. Там-то у нас что? Выцелил мою жопачку, я видел.
туда-то мне не надо, нет. Без челнок. Он подбил наш, мы сопрем его. Гениально. Вот это уже очень любопытно. Stop touching me, you. What? Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. The operator is in danger. I will need a few moments to cycle the engines. Tango, are you afraid? You cannot hide from these old eyes. I've marked you. You will return to me. Ничего не сделать надо. Улететь-то я могу? Нет. Надо всех убить? Да не проблема. И он улетел без меня. Какая прелесть. А, все-таки я залез в него. Ладно. Good fortune, Hunter. Так, награда за вход. 10 000 дали, да? Operator, так. You have returned. I am Ordis, ship Cephalon, a shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Правильно, тут не для всех регионов. I will understand. The Glenier are ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment? Look at this mess. Those savages. Components have been removed. Стоп, браузер у нас открывается. Why did the operator abandon me? Вообще-то... Arsenal management could be restored, if the operator wishes it. Стимовская открылась. Ладно, короче, я сейчас тогда народ на паузу скачу, немножко поразбираюсь, что там за предложение в браузере, к вам вернусь. Так, я тут покопался, короче, довольно долгое время. Посылает меня тут постоянно на 6 букв, это на Амазон, если кому интересно. Я могу только послать на 3 буквы, далеко, надолго и навсегда. Я думал, стекло все в трещинах. Кораблик. Выглядел он меньше. Так раз в 5. Здесь у нас чем? Странная, конечно, кнопка взаимодействия.
you honor, Ordis. Now I can supply the operator with better modded firepower. Oh, the violation. Those have been looted as well. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Ordis hopes the operator will punish the Grineer for dismantling it. Oh. Забавно. Охренеть можно. В принципе, я на этом первый взгляд закончу. Надо, конечно, бы тут с управлением как-то подработать. Понятно. Как тут вообще планету там, не знаю, боком повернуть, что ли? Ну, в принципе, у нас как-то не в 3D или нет? И куда мне вообще перендюрить тут? О, сменить снаряжение. Уменьшить масштаб. Ух ты. То есть на всех планетах можно будет покуковать. Я, в принципе, не против. Не на всех пока что. А, то есть у нас вот она начинается. Нам сначала надо здесь пройти. Да? Ресурсов. А с какой планеты мне, простите, блин, начать? С Земли. А вот показано, да? А вот мы так можем делать. Я понял. Показано вроде сюда лететь, или куда мне тут надо лететь. Ладно, короче, народ, я проснусь и разберусь. Ты уже корабль сломал? Ты что, прикалываешься? А, фу, нет. Infiltrate the vault and retrieve the segment. Блин, ладно, народ, я на этом пока закончу. В принципе, довольно интересная игра. Весит меньше, чем Destiny. Ну, посмотрим, слушай, надо ее будет с Destiny подсравнить. Всем удачи, всем пока. Кстати говоря, кто играл в Destiny, в нее напишите. Не основываясь на фактах ностальгии, что лучше, Destiny либо эта игра. Всем удачи еще раз и до новых встреч.